много знать и все вам рассказать. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где мы! Да, сегодня мы на горнолыжном склоне Ски Хилл в Левенворте, Вашингтон! Хо-хо-хо-хо! Сегодня отличный зимний день! И мы с вами здорово повеселимся на снегу! Идем! Хо-хо-хо-хо! Это было очень весело! Хо-хо-хо-хо! Вы видели, что я сделал? Да, я скатился на этой камере вон с того холма! Ну, холм, конечно, невысокий! Но знаете, здесь есть холм побольше и специальная штука, которая поднимает вас наверх, чтобы не пришлось забираться на гору пешком. Я скоро вам ее покажу, но сначала... Это тюб или ватрушка? Оу! Это камера с красным покрытием. Да, она защищает внутренний круг, а внутренний круг черный и сделан из резины. Видите? И еще... У него есть такой шнур. А это... кольцо, чтобы вешать тюб на крючок, чтобы потом поднимать его наверх холма! У-ху-ху! О-о-о! Давайте пойдем посмотрим! Итак, посмотрите, это механизм. Здесь есть кабели и шестеренки. Подойдем ближе. О, вы видите? Они крутятся, и благодаря этому хватает мощности и силы этим крюкам. Вон они, чтобы поднять и ватрушку, и человека наверх холма. Ладно, давайте прицепим и посмотрим, как это происходит. Хо-хо-хо-хо! А давайте поиграем в игру. Надо посчитать, сколько ватрушек мы видим, хорошо? Одна. Две. Три. Четыре ватрушки! Отлично, молодцы! Мы с вами посчитали до четырех, а теперь другая игра. Она довольно простая. Какой формы эта ватрушка? Она не квадратная. Может, треугольная? Нет. Она такой же формы, что и шина. Да! Она круглая! Хо-хо-хо-хо! Молодцы! Хе-хе-хей! Смотрите-ка! Знаете, что это такое? Это черный резиновый коврик. Он очень тяжелый. О! А это серый ковер. Да, примерно такой же, как может быть у вас дома. Да, и оба эти коврика лежат на тюбинговом склоне, чтобы помочь вам замедлиться. Потому что иначе вы можете ехать слишком быстро и как-нибудь сильно подпрыгнуть. Идем! Вот так? Я готов! О-хо-хо-хо-хо! Как быстро я ехал! Это было круто! Ого! Посмотрите, какая это крутая машина! На горнолыжных склонах здорово то, что у них много крутых машин, чтобы ухаживать за склонами. О, давайте посмотрим! Ух ты! Вы видите это? Да,
Это гусеничная лента. У этой машины есть гусеницы. Интересно, у большинства машин колеса и шины, но не у этой. У этой гусеницы, чтобы она могла ездить по снегу и не скользить, и не съезжать. Ха-ха, давайте проверим. Ой, это назад. Да! Смотрите, что это я делаю? Да, я еду на велосипеде. Разве это не странно, велосипед на снегу? Да, обычно мы ездим на велосипеде по асфальту или по дорожкам в парке, но посмотрите. Видите, какие у него шины? Да, они толстые и широкие. Ух ты! Они намного шире, чем у обычного велосипеда. Эти шины называются толстые шины. Так они лучше цепляются за снег и поэтому не скользят и не съезжают. Ух ты! У этого велосипеда отличные шины. Поехали! Это снег! О-о-о, и здесь очень холодно. Шапку и перчатки нам надо в мороз носить. Горячее какао будем пить. О-о-о, ой, простите. Как белоснежная даль, любим мы снежный спорт. Поможет веселиться снова. Поехали! Пусть ветви деревьев укрыл снег зимой. Оденемся теплее мы с тобой. Ангелов снежных хотим показать. В снежки играть друзей надо позвать. Это зимний праздник. Наденем еще кое-что для снежной погоды. Снег покроет землю опять. Нам нужен будет снегоход. Разгонимся на лыжах с ветерком. И радость к нам придет. Пусть ветви деревьев укрыл снег зимой. Оденемся теплее мы с тобой. Ангелов снежных хотим показать. В снежки играть с друзей нам надо позвать. Это зимний праздник. Это зимний праздник. Это зимний праздник. Было так весело играть с вами в снегу сегодня!
О, я люблю разные времена года, да. И зима – это просто отличное время года. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? B-L-E-P-P-E. Блиппи! Отлично! Ладно, увидимся! Пока-пока! Привет! Хе-хей! Это я, Блиппи! Я развлекаюсь с мыльными пузырями. Я обожаю пузыри! А вы? Да! Сегодня мы с вами познакомимся с прекрасным человеком, который знает все о мыльных пузырях. Вы готовы? За мной! У-ху-ху! Это так здорово! Спасибо, Блиппи! Да! Ой, а вы кто? О, я Меган, пузыревед. Пузыревед? Что это значит? Ну, я выдуваю разные пузыри. О, пузыри? Я обожаю пузыри! Да, ой, а вы мне их покажете? Конечно, я делаю большие пузыри. Ух ты! Это большой пузырь! А еще я делаю маленькие пузыри. Правда? Угу. Так интересно. Ага. Ух ты! Смотрите, это маленькие пузыри. Меган сделала большие пузыри и маленькие пузыри. О, как здорово! Ой, а можно мне? Конечно! Ух, хорошо. И что делать? Возьмите палочку для пузырей, какая понравится. Хорошо. Как насчет этой? Ух ты, у нее большой круг. Привет! Хорошо, а теперь? Теперь ее нужно опустить в мыльный раствор. Понял. И хорошенько намочить. Ясно. Попробую. А потом поднять и помахать. Ух ты! Потрясающе! Моя очередь. 3, 2, 1. Вау! Он лопнул! Еще разок. 3, 2, 1. Вау! Снова лопнул! Потрясающе! Ух ты! Это маленький пузырь! Я обожаю выдувать пузыри! Так здорово, что все предметы здесь разноцветные! О, например, вот этот! Здесь два цвета – желтый и зеленый. А эта палочка красная и голубая. Ой, как же это здорово! Я обожаю цвета. А вы заметили, что когда мы выдуваем мыльные пузыри, то на их поверхности появляется много разных цветов? О, да! Я вижу! Это похоже на разноцветную радугу. А как так получается? Верно! Так получается, когда свет падает на мыльный пузырь и отражается. Вот почему мы видим все цвета радуги. Ух ты! Я люблю радугу! А вы знаете, из каких цветов она состоит? Конечно, знаю! Там есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. У-ху! Цвета, радуга и пузыри! Ха-ха! У-ху! Эта палочка – треугольник. Эта палочка – звезда. Эта палочка – квадрат. Эта палочка – сердце. А эта палочка – цветок. А вы заметили, что все наши мыльные пузыри были круглой формы? Правда? А почему? Дело в том, что неважно, какую палочку вы возьмете, мыльный пузырь всегда получается простой, круглой формы, потому что круг – это самая эффективная форма для пузыря. О, теперь мне понятно. Это так здорово! Погодите-ка. Мы используем пузырчатое волшебство. Да.
До скорых встреч! Пока-пока! Ух ты! Ой, я могу сделать особенный пузырь. Правда? А в чем его особенность? Я могу выдать пузырь насекомое. Ой, правда? А какое насекомое? Я дам несколько подсказок. Хорошо, я готов. Слушайте, она любит ползать по земле. Хорошо. Она любит есть овощи. Я тоже люблю овощи. А еще в какой-то момент она переживает метаморфоз. Метаморфоз? Я знаю, кто она такая. Да, это гусеница. Вы угадали, Блиппи. Хорошо, посмотрим на этот пузырь. Конечно, отлично. Я возьму голубую круглую палочку и желтую соломинку. Ого. Ой. Здорово. Ух ты. Вы только что выдали один круглый пузырь на другом круглом пузыре. Правильно. Один круглый пузырь. Теперь у нас три круглых пузыря, соединенных вместе. Один, два, три. О, четыре! Ого! О, и еще один. Пять пузырей. Ой, осталось четыре мыльных пузыря. Здорово! Мне кажется, гусеницы интересные, потому что переживают метаморфоз. Ой, а я видел, в какое насекомое они превращаются. Да, после метаморфоза они превращаются в бабочек. Надуваю! У-у-у! Пузыри бабочки! Пузыри гусеницы! Ха-ха! У-у-у! Уи! Смотрите, это пузырь-облако. Можно его лопнуть? Конечно. Лопаю. Я обожаю лопать пузыри. Сегодня мы с вами узнали много интересного о пузырях. Мы назвали цвета палочек, цвета мыльных пузырей, формы палочек, а еще узнали, что пузыри бывают большие и очень маленькие. И не забывайте о миленьких насекомых. А это что? О, это очень большая палочка для мыльных пузырей. Ух ты, обожаю большие пузыри. А что она делает? Блиппи, это сюрприз. Хорошо, я люблю сюрпризы. Сначала я попрошу встать точно по центру. Ладно. Теперь закройте глаза. Хорошо.
А теперь открывайте. О-хо-хо! Вот это да! Я внутри пузыря! Вау! Это так здорово! Можете сделать еще один? Конечно! Отлично! Еще один! Вау! Я плыву в пузыре! Да! У меня в руках радужный шар. Ух ты, радужный шар. Посмотрим, что он делает. Хорошо, сначала мы его растянем. Ого! А потом покружимся. Получилось так много пузырей. Спорю, что он называется радужный шар, потому что он весь разноцветный, да? Вы угадали. Спасибо, что научили нас выдувать мыльные пузыри, Меган. Блиппи, спасибо, что пригласили. Здорово. Что ж, до встречи. Пока. Вау! У-ху-ху! Я танцую, как мыльный пузырь! Вау! Бум! Мне было так интересно узнать с вами о мыльных пузырях, формах, цветах, размерах и насекомых. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Блиппи. Блиппи, мы справились. Что ж, до встречи. У-ху! Смотрите. Да. Это большая красная машина. Но, фу, она такая грязная. Вы же видите, какая грязная эта машина? Вау! О, смотрите, здорово! Аквариум! А давайте наполним его водой, добавим чуточку мыла и затем отмоем нашу машину. Да! Давайте заполним его водой. Мне так тяжело. Ну все, наполняем. Отлично. Круто. Мы наполняем аквариум водой. Привет! Воу! Как много воды! Воу! О, смотрите! Воу! Смотрите! Машина примет ванну! О, автомойка! Да! Вода брызнула мне в глаз! Все? Ух ты! Воу! Было очень тяжело. Да уж. Вы меня видите? Привет! Смотрите, какая прозрачная вода. Прекрасно. Сейчас мы опустим машину в воду и как следует ее отмоем. Но сначала, ой, нам нужно мыло. Устроим машинке пенную ванну. Мыло внизу. Оно тоже очень тяжелое. Я пошутил. Смотрите, оно легкое. Я просто притворился, что оно тяжелое. Ну все, давайте добавим мыло. Хорошо. Ого! Мыло теперь в воде. Отлично. Мы получили чистую мыльную воду. Пришло время помыть нашу машину. Теперь вы и я вместе скажем
Блиппи автомойка три раза подряд. А потом я опущу машину. Хорошо? Готовы? Блиппи автомойка! Блиппи автомойка! Блиппи автомойка! Правда, это крутая машина? Раньше она была такой грязной. Смотрите, вся грязь осталась в воде. Вот это большая красная машина. Теперь видно ее цвет. Да, этот цвет красный. Так, а теперь давайте-ка отмоем по-настоящему большую красную машину. Привет! Смотрите, что это! Ух, огромная красная машина! И она жутко грязная! Сегодня мы ее отмоем до кристальной чистоты! Ха-ха, идем! О, посмотрите на эту грязь! Фу, она грязная! Но прежде чем ее отмывать, давайте сделаем ее еще немножко грязнее! Вот! О, это мука! Ого-го! О, да! Ого! Смотрите, какой грязной становится машина! Отлично! И еще немного на кузов! Смотрите, целая горсть! Ладно, последний раз я брошу муку с большого расстояния. Давайте отойдем. Так. Поберегись! Ну все, муки достаточно. Хорошо, посмотрим. Давайте сделаем ее еще чуточку грязнее. Я знаю, с помощью чего. О, да. Острый соус. Я обожаю острый соус. Давайте выльем соус на машину. Но раз он мне так нравится... Остро! Остро! Помогу! Кетчуп и горчица. Ну все. О, было очень остро. Это кетчуп и горчица. Идем, поливаем. О, и на колеса тоже. Хорошо, куда еще? О, я придумал. Возьмем желтую горчицу и нарисуем веселое лицо. Готовы? Ха-ха-ха! Он улыбается! А теперь возьмем красный кетчуп и нарисуем красное сердитое лицо. Готовы? Это так весело! Отлично! Теперь нам нужны монеты, чтобы помыть нашу машину. $5. Хорошо. Просовываем в отверстие. Слышите? Да! Вот это да! Ого! Хорошо, наши монетки!
за мной. Так, давайте посмотрим. Это круглая шкала. Мойка под давлением, воск под давлением. Вот, хорошо. Так, нужно больше монет. Бросим их туда. Отлично. У меня еще есть монетки. Ну, вы готовы? Ух ты! Ой! Побежали на ту сторону! О! 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 У-ху-ху! Как водный пистолет! Очень мощный! Готовы? О! О-хо-хо-хо! О! Да! Она становится чище! Все, почти отмыли! Ой, берегитесь, не промокните! Идите сюда! О-хо-хо-хо! Хорошо, я положу его на место, а вы стойте здесь. Мы будем мыть машину вручную. Подождите здесь. Пи-пи! С помощью водного пистолета мы почти ее отмыли, но давайте сделаем ее чуточку чище вручную. Смотрите, здесь у нас ведро. И жидкое мыло. Хорошо. Отлично. Да, зеленое мыло. А тут... ведро воды. Ого. Да, готово. А это предметы для мытья. Вот они. Это... полотенце. Отлично. Смотрите. Горчица и кетчуп. Так, опустим в ведро. Это щетка для дисков и покрышек. А вот это... Это для крыши, куда трудно дотянуться. Но это потом. Так, сначала идем. Ведро с водой такое тяжелое. Хорошо. Ну все. Приступаем. Берем тряпку и начинаем тереть вот так. Хорошо. Еще немного мыла. Посмотрите. Смотрите, какая вода мыльная. Хорошо. Помоем бока. Да. Так. Нужно смыть желтые и красные разводы, потому что здесь остался кетчуп и горчица. Вот тут еще немного. Смотрите, готовы? Хорошо. Все. Отлично. Пятимся к кузову. Колесо нужно отмыть. Возьмем щетку. И ширк-ширк-ширк, ширк-ширк-ширк, ширк-ширк-ширк. Я люблю мыть внедорожники. Ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, ширк-ширк-ширк, ширк-ширк-ширк, ширк-ширк-ширк-ширк. Хорошо, почти все. Колесо стало чистым. Осталось напоследок ополоснуть машину. Но сначала... вы помните ту длинную швабру? Возьмем ее. Вот она. Да. Смотрите, какая губка. Идем. Обмакнем в мыльную воду.
И... О, помоем сверху. А? О! Ох! О, крыша так высоко! Ох! Все. Эх. Так. Кажется, мы отмыли всю грязь, так что нам осталось сделать только одно. Напоследок ополоснуть машину. Воу! Отлично! Ополоснем машину водой. Напоследок. Ой! Хорошо. Поехали! У-ху! Воу! И колесо не забудем! О! О! Отлично! Внедорожник снова чистый! И я хочу сказать... Ребята, пожалуйста, не пачкайте машину родителей специально, как сделали мы. Мы сделали это для видео, потому что машина должна была быть очень грязной. Что ж, мне было интересно мыть большую красную машину вместе с вами. Воу! Ну все, пока! У-ху-ху! Привет! Это я, Блиппи! И я двигался в такт музыке. Смотрите, что у меня есть. Ха-ха. Видите это? Это футболка с узелковым батиком. И сегодня вы со мной сделаете такую же футболку. Ух ты, какая она яркая! Давайте назовем эти цвета. Сверху тут голубой цвет. Да. Ниже идет цвет, похожий на розовый или красный. Красно-розовый. Потом идет желтый, это цвет солнца. А в самом низу оранжевый, видите? Ха-ха-ха! Эта футболка такая крутая! Хорошо, давайте возьмем материалы и сделаем футболку с узелковым батиком. У-у-у! У-ху-ху-ху! Смотрите, у нас есть все необходимые материалы, чтобы сделать цветную футболку. Хорошо, это нам не нужно, мы сделаем собственную. Ха. Что ж, для начала возьмем белую футболку. Да, вот такую. Затем берем краску. Вот, посмотрим. Краска для ткани. Это оранжевая краска для ткани. Это красная краска. Эта краска голубая. А эта краска фиолетовая. А это желтая. Еще у нас есть резинки. Чтобы плотно связать футболку и вылить на нее краску. Но сначала нужно надеть перчатки. Иначе руки запачкаются краской. А я этого не хочу. И у нас есть пакет. Я позже покажу, зачем он нужен. И вода. Итак, первый этап. Мы должны намочить футболку. Вот. Вот так. Как следует. О! Вода очень холодная. Хорошо. Выжимаем всю воду. Вот так. Мы такие сильные. Отлично. Теперь разложим футболку на... столе. Да, самое классное в узелковом батике – то, что можно делать много разных узоров. Все зависит от того, как вы перекрутите и сожмете футболку и затянете ее резинками. Так что давайте сделаем... завиток. Ха-ха, я люблю завитки. Так, он будет похож на завиток мороженого. Я обожаю мороженое. Хорошо, почти готово. Продолжаем крутить еще немного. Отлично. Ох, уже не терпится выбрать цвета. Так, вот и все. Получилась футболка, собранная в комок. Можно просто смять, но я сделал завиток. Теперь возьмем резинки. И натянем их на футболку сверху и снизу, поплотнее. Вот так. Да,
Белая футболка станет разноцветной. Хорошо. Две резинки. Теперь три резинки. Отлично. Выглядит замечательно. А это четвертая резинка. Ну и ну. Сосчитаем до четырех. Готовы? Один, два, три, четыре. Молодцы, прекрасно. Теперь нужно выбрать цвета. Но помните, наденем перчатки. Надеваю. Одна перчатка. Две перчатки. Одна, вторая. Хорошо, посмотрим. У нас много цветов. Придумал. Я хочу выбрать два цвета. Два моих любимых цвета. Вы знаете, какие это цвета? Да, конечно, знаете. Да, голубой и оранжевый. Хорошо, вот эти два цвета. Теперь снимем колпачок и начнем поливать футболку так, как нам захочется. Я нанесу голубой цвет вот сюда. Пропущу сектор и добавлю вот сюда. И сюда немного голубого цвета. И немного сюда. Ух ты! Футболка была белого цвета. И какого цвета она стала сейчас? Здесь два цвета. Голубой и белый. Хорошо, добавим еще. Отлично. А второй цвет, как я и сказал, оранжевый. Итак, зальем белый цвет, и сектор станет оранжевым. Прекрасно. Вот так. Ух ты, как здорово получается. Еще немного. Прекрасно. Да. Потрясающе. Выглядит так красиво. Видите? Это голубой и оранжевый. Хорошо, с краской закончили. Теперь возьмем большой пластиковый пакет и положим в него нашу футболку. Закрываем. Осталось подождать. Футболка должна лежать в пакете не меньше 6 часов. Можете оставить ее и на 24 часа, если захотите. Чем дольше она пролежит, тем темнее и насыщеннее будут цвета. Думаю, нам лучше подождать 8 часов. Что ж, будем ждать. 8 часов почти прошли. Сейчас мы смешаем два цвета и посмотрим, что же получится. Сначала голубая краска. О-о-о! Вы это видите? У-у-у! Как здорово! Ух ты! Голубая вода! Теперь возьмем. Давайте красную. И надеюсь, я не запачкаюсь, потому что я уже снял перчатки. Хорошо, добавляю. Голубая и красная. Вот это да! Какой это цвет? Я захватил специальные щипцы. Ого! Если смешать голубой и красный цвет, получится фиолетовый. Ух ты! Добавим чуточку красного. Вау! Получился темный фиолетовый цвет. Ой! Забавно! Хорошо. Думаю, наша футболка уже достаточно полежала в пакете. Прошло уже, да, много часов. Сейчас я отнесу ее к раковине, сниму резинки и прополощу в воде. А потом положу в сушилку. Я скоро вернусь, хорошо? Вот это да! Потрясающе! Наша футболка готова! Ух ты! Ну все, показываю. Видите? Ого! Да, она голубая и оранжевая. Видите, где я сделал завиток? Посередине. Она такая крутая. Пора примерить. Ого!
Как я выгляжу? Ха-ха-ха! Потрясающе! Мне понравилось красить футболку! У-у-у! Да! У-ху-ху-ху! Я обожаю узелковый батик! Ха-ха-ха! Теперь дома вы сможете сделать такую же яркую футболку! Уже не терпится увидеть ваше творчество! Хорошо, что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Блиппи. Блиппи! Мы справились! Ну ладно, до встречи! Уу-у! Уу-у! Привет! Эй! Это я, Блиппи! Да, а сегодня мы с вами в стекольной мастерской. Это в Левенворте, Вашингтон. Ух ты! Посмотрите-ка на это! Ого! Это стеклянные скульптуры, так что они очень хрупкие. Да, я буду очень аккуратен. Ого, посмотрите! Да, сюда можно положить все, что угодно! Вот! Ух ты, смотрите, какой яркий цвет! О, мне очень интересно, как они это делают? Да, все это сделано вручную здесь! Да, вручную! Никаких станков и ничего такого! Каждая вещь здесь уникальна! И сделана в определенной технике, да, двумя мастерами прямо здесь! Так... Ну ладно, идем! Ух ты! О, посмотрите! Похоже на бело-голубую тарелку! Ха-ха! Можно положить сюда много еды и все это съесть! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Или можно использовать для украшения! Ух ты! Это так круто! Ого! Смотрите-ка! Ха-ха! Голубой и оранжевый! Два моих любимых цвета. Ого, стекло очень крутое. Смотрите, какая твердая штука. Ай, больно. Но если его нагреть очень сильно, да, то оно становится жидким. Вот прямо как мед. Я люблю мед. Ух ты, посмотрите, что здесь. Ого. Здесь столько разных крутых штук и инструментов. Эй, пойдемте посмотрим. Ого, посмотрите-ка. Это похоже на ножницы. Но они используются для стекла. Да, мы изучим их немного позже. А сейчас пойдемте туда. Ух ты, посмотрите на эти цвета. Это на самом деле большие куски стекла. Ого, какой это цвет? Да, ярко-красный. Вы слышите? Послушайте. Да. Итак, у нас здесь есть красный, оранжевый и желтый и зеленый, бирюзовый и цвет морской волны. А здесь у нас голубой и похоже, еще фиолетовый. Ну и, конечно, белый. Это так круто! Мне не терпится увидеть, что мы будем делать сегодня со стеклом. Ух ты! Посмотрите на эти стеклянные прутья! Как круто! Они цветные внутри. Ладно. Так, посмотрим, что еще у них тут. Ого, смотрите! Да! Какая милая скамейка! Здесь крутят металлический прут, на который насажены изделия. А здесь у нас такой маленький скребок. И можно равнять стекло. О, и большие щипцы! Ух ты! А это алмазные ножницы! Каждый из этих инструментов используется для обработки стекла. О, смотрите-ка сюда! Огромный скребок! И, похоже, от горячего стекла он немного почернел. Как будто слегка обгорел. Видите? Это круто! Так,
Положим сюда. Эй, а это знаете, что такое? Да, специальная горелка такая. Из нее выходит пламя. О, эй, смотрите. Это похоже на чашу. Да, здорово. Наверное, тоже для стекла. Ну ладно, пойдем дальше. Ух ты, посмотрите. Да, это печка. Туда кладут стекло, и потом оно нагревается. Там очень жарко, и ее точно не стоит трогать. О, даже рядом тепло. О, посмотрите-ка. Маленькие кусочки стекла. Ух ты, такие цветастые. Хо-хо-хо. Желтый, синий, оранжевый, желтый, сиреневый. И не могу пропустить два моих любимых цвета. Голубой и оранжевый. Это так круто! О, посмотрите сюда! Похоже, это пост безопасности. Вы меня знаете, я люблю безопасность. Смотрите! Какие огромные варежки! В них можно держать очень горячее стекло, и тогда вы не обожжетесь. Тюп-тюп-тюп, тюп-тюп-тюп. Так, ладно. Ух ты, а здесь у нас... О, это похоже на шлем. Как я выгляжу? Глупо, да? О, я люблю защитную экипировку. Да, она нас бережет. О, еще одна печь. Сюда вы кладете готовое изделие, чтобы оно медленно остывало. Ух ты! И еще одна печь. Но эта печь очень-очень горячая. Туда кладут прозрачное стекло. Да, и оно там становится совсем жидким. Ха! Ого! Посмотрите! Это горелка. Она тоже очень горячая, и я не буду ее трогать. Ух ты! Здесь так много всяких крутых штук, но мы должны быть очень осторожными. Эй, смотрите! Да, посмотрите на эти трубки. В некоторых из них отверстия. Вы видите? Да, именно через них стеклодув дует в эту трубку, а на другом конце ее стекло. И потом воздух раздувает его. Это как вы надуваете пузырь из жвачки. Так, а здесь хранятся трубки. Посмотрите. Вот они какие. И они холодные. Поэтому я могу держать их в руках. Да. Это очень круто. Да. О-о-о. Красота. Ой. А что это они делают? О-о-о-о! Привет, а вы кто такие? Привет, я Крейг. Я Джори. Приятно познакомиться, я Блиппи. Что вы делаете? Мы выдуваем стекло в виде сердечек. Это красивая форма. Ого, они выдувают стекло в форме сердечек. Вы могли бы показать нам поподробнее? С удовольствием покажем. Отлично! О, зачем вы его так держите? Использую силу тяжести. Ух ты! Что вы делаете? Я придаю ему форму сердца. О, это похоже на щипцы. Thank you.
Ого, вы видите, что она делает? Да, это сердце. Да, символ любви. А зачем вы его туда кладете? Чтобы оно остывало медленно. Если оно остынет быстро, то сломается. Оно пролежит там весь день при температуре 920 градусов, и потом еще два дня будет остывать. Ух ты, это так круто! Мне не терпится, чтобы оно остыло, и мы увидели, что получилось! Вы все видели? Так круто! Они сделали это сердце! А теперь я сам сделаю сердце. И первое, что я должен сделать, надеть свои защитные очки. Да! О, как я вам? Уу! Да! Что ж, я готов. Уу! Ого! Смотрите-ка! Ого! Сначала надо покатать. Да. О, это очень забавно. Ладно. Вот так. Ха-ха, это так интересно. Ух ты. Теперь нагреваем. Я выбрал голубой и оранжевый. Два моих любимых цвета. Ха-ха, да. А какие ваши любимые цвета или цвет? О, это отличный цвет! Видите, я кручу трубку. Да, потому что сила притяжения тянет стекло вниз. Да. Оп! О, оно очень горячее. Отлично, похоже, так, ты готов. Теперь верно. Прокатать. Верно, так. Оу. Отлично, молодец. Оу. Супер, будь Оу. Осторожен, прокатывай. Вот так, да? Продолжать? Да-да, правильно. Прокатывай. Ладно. Теперь дай ему Хорошо. Остыть. Влепи. Мы его много катали, да. так? Теперь ему нужно остыть, чтобы, когда мы покроем его снова горячим стеклом, оно не потеряло форму и не слилось с ним. Будь осторожен. О, ясно. Да, даем ему немного остыть. Ух ты. У тебя хорошо получается. Спасибо. Ого! Это здорово! О, так интересно, что стекло твердеет, когда остывает. Но когда мы нагреваем его при высокой температуре, оно, да, становится почти жидким, как мед. Я люблю мед, но я точно не хочу пробовать этот стеклянный мед, потому что он обойдет меня. Ух ты! Ого! Видите, что она делает? С помощью этой штуки, похожей на ложку, она катает стекло и получает шар. Ого! Еще немного нагреем, вот так. Уу! Так, готово! Оу! Оу! Ладно, сначала нужно его похлопать, но при этом продолжать крутить. Попробуем. Готовы? Вот так. Вот. Смотрите. Еще немного придадим форму. Уже похоже на сердечко? Да. Ладно, надо еще немного нагреть. А потом мы в последний раз придадим форму. Так. Хорошо, последний раз придаем форму. Сначала вот так. О! Вот так, как вам? Выглядит неплохо. А теперь давайте немного вытянем его вот здесь. Отлично. А теперь выдавим
Вот здесь. Ух ты! Здесь делаем почетче сгиб. Я постараюсь, чтобы было по центру. Не очень, но это не страшно. Вот так. Ну что, как вам? Отлично, молодец. Вот. Супер. Ух ты, это было так здорово! Сейчас они сделают последние штрихи и потом снимут сердечко с металлической палки. Сейчас мы обжигаем это место, где стекло крепилось к палке, потому что там трещина. Мы нагреваем его, убираем трещину и ставим на него печать. Вот так. У-ху! Мне было так интересно с вами в стекольной мастерской сегодня! Ну а вам понравилось? Да! Эй, давайте посмотрим, что мы сделали! Да, они сделали очень крутой подвес! Ух ты! Помните, как они выдували его? И он рос и раздувался! Ого! Смотрите-ка! Это очень красиво! Потом они сделали эту голубоватую с белым чашу. Ух ты! В нее можно положить столько всего! Хо-хо-хо! Это просто отличная работа! Ого! А потом они сделали сердечко! Да! Они использовали желтый и оранжевый цвета! Ого! Да! Да! Это так круто! А потом... Я сам сделал сердечко, да! Помните два цвета, которые я использовал? Да! Голубой и оранжевый! Уу! Вот оно! Ух ты! Мы так хорошо поработали и сделали это сердце! О-о-о! Это было очень круто! Так здорово, что когда эти вещи остывают, да, они становятся... Очень твердыми. Да, а когда они были горячими, то были похожи скорее на жидкость. О-хо-хо-хо! Или на мед. Но все же не мед, это стекло. Ну ладно, что ж, мне, наверное, пора идти. Ну, а мы с вами прощаемся. Хотите посмотреть другие мои видео? Просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? B-L-E ППИ! Блиппи! Молодцы! Ну-ка, пока-пока! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня я в магазине шоколада в Лейбенворте, штат Вашингтон. И раз уж мы с вами уже поели овощи сегодня, то будем готовить шоколад и карамель! Мне уже не терпится, идем! Привет, а ты кто? Привет, Блиппи, меня зовут Эндрю. Добро пожаловать. Ну, приятно познакомиться. А что это у тебя тут? О, здесь разные конфеты и трюфели. И все они сделаны вручную. Ух ты, выглядит очень вкусно. Только посмотрите. О, хочется съесть их все. Ну что, Блиппи, хочешь приготовить шоколад? Да, вперед! Ого! Все эти конфеты так вкусно выглядят!
Эй, а вы заметили, что все они разной формы? Да, давайте посмотрим. О, видите эти? Какой они формы? Да, посмотрите поближе. Да, это у нас квадрат. Да, это очень круто, что у всех этих конфет здесь разные начинки внутри. О, смотрите, какая спиралька! Ого! Да, какой она формы? Да, это круг. Молодцы, отлично. Ух ты, символ любви. О, так мило. Какая это форма? Да, это сердечко. Эти выглядят очень круто. Ух ты. Да, эти конфеты необычной формы, я бы сказал, уникальной. Да, и эта штука... Да, эта штука в природе не повторяется. Да, это листик. Да, у каждого листика свой рисунок прожилок и структура, поэтому все они немножко отличаются друг от друга. Ух ты, посмотрите! На каждой конфетке есть маленький кусочек золота, ого! Да, а какой формы это? Да, это тоже листик. Но это листик другого дерева. Что ж, они все такие аппетитные, но есть их еще рано. Сначала нам нужно поучиться. Да! У-ху-ху-ху! Смотрите-ка, мы на кухне! Да, мне так не терпится приготовить шоколад! Ладно, первое, что нужно сделать, это надеть фартук. Да? Это поможет нам не испачкать нашу одежду во время готовки. Защитит ее. Как я выгляжу? Да, кажется, я готов. Ой, не совсем готов, потому что надо еще помыть руки. Да-да. Очень важно вымыть руки, если собираетесь работать с едой, делать конфеты. Да, отлично, хорошенько помыть. Очень тщательно. Вот так. А теперь надо хорошенько смыть все это мыло. Ху-ху-ху! Да, теперь у меня чистые руки. Отлично. Вот так. Готово. Класс. Ого! Эй! Смотрите, кто там! А ты кто? Привет, я Клариса. О, рад познакомиться. А что ты делаешь? Сегодня мы будем готовить карамель. О, карамель! Я люблю карамель! Вы когда-нибудь пробовали карамель раньше? Да, это очень вкусно. Покажешь нам? Конечно. Давайте ее приготовим. Эта карамель выглядит так вкусно! Итак, карамель охлаждается в специальной форме, а потом мы вырезаем из нее прямоугольник или квадрат. И вот, что мы имеем. Что мы делаем дальше? Надеваем голубые перчатки. Первая. И вторая. Две голубые перчатки. А теперь мы будем использовать этот струнный резак. Да! Итак, чтобы порезать карамель, мы сначала прикладываем к ней резак. Вот так. Давим на него, но не сильно. Вот так. То, что я делаю сейчас, я намечаю линии. Да, вот так. Чтобы потом по ним разрезать ее. Да, хорошо. Выглядит неплохо. Вот так.
повернем карамель. А теперь поперечные линии. Отлично, да, супер. Смотрите. Ого, посмотрите, какие маленькие квадратики. Да, это много карамели. А теперь моя любимая часть. Мы обольем ее шоколадом. Ух ты, я люблю шоколад и очень люблю карамель. И сейчас мы с вами возьмем эти кусочки карамели и окунем их в шоколад. А потом посыпем их немного морской солью. Вкуснятина! Ладно, я положу ее здесь. Берем вилку и вот этот квадратик. Сначала окунем вилку в шоколад. Да, вот так. Потом кладем наш квадратик сверху, окунаем его и постукиваем. Да! Ха-ха! Ух ты! Выглядит просто отлично! Так, еще немножко. Но важно не переборщить с шоколадом, а то получится бесформенная масса. Так, кладем нашу конфету. Вот так. Ха. Не самое лучшее, но и неплохо для первого-то раза. Теперь немного посыпаем сверху солью. Да, отлично. Ха-ха. Давайте сделаем еще одну. Это весело. Так, интересно попробовать, что же получилось. Ух ты! Ну как вам? Ха-ха, по-моему, выглядит вкусно! Так, вот, держи. Добавь свои любимые начинки. Ладно. Ха-ха, это так здорово. Так, Клариса дала нам форму с шоколадными плитками. Да, они из темного шоколада. Выглядят очень вкусно. И сейчас мы возьмем эти начинки, что-то добавим сверху, что-то внутрь, и когда шоколад охладится, мы будем его есть. Ха-ха. Ладно, сначала сделаем полезную шоколадку, хорошо? Давайте возьмем немного миндаля. Потом добавим сушеные вишни. О, это весело! Это как украшать поделку, только шоколадную. А теперь, как насчет фисташек? Да, фисташки – это тоже вид орехов. Да, это похоже на вкусную и довольно-таки полезную шоколадную плитку. С орешками все же. Ладно, давайте еще одну. Теперь мы добавим... Да, думаю, нам нужен... Да, думаю, нам нужен маршмеллоу. Я люблю маршмеллоу. Ладно, теперь возьмем арахисовую крошку и посыпем ее сверху. Ням-ням, получится очень вкусно. Ладно, еще возьмем немного крендельков. Ох, это так весело! Так, отлично. Еще один. Супер! И напоследок добавим парочку банановых чипсов. Вы же, наверное, уже пробовали бананы? Банан – это у нас фрукт. Вот так. Он очень вкусный. Так же, как эти банановые чипсы. Отлично, эта шоколадка готова. Давайте сделаем последнюю. Предлагаю повеселиться и добавить к ней разноцветную обсыпку. Итак, посыпаем.
Отлично, теперь надо положить это в холодильник, чтобы охладить. Вот так! Ха-ха! Да! О, было так здорово украшать этот шоколад вместе с вами! Что ж, а сейчас надо немного подождать, пока шоколад застынет. Чем бы заняться? Ладно, думаю, достаточно времени. Пойдемте достанем наш шоколад. Ух ты! Посмотрите! Ого! Эй, сейчас я их вытащу. Ладно. Так, поехали! Ух ты, посмотрите! Они идеальны! Так, вот первая плитка. Ого! Выглядит так вкусно! А это вторая плитка. Ого! Да! Ух ты! Ха-ха! Это так весело! О, нет! Я ее сломал! О-о-о! Ну ничего, она все равно будет очень вкусной! Я так хочу их попробовать! Ха-ха! Да! Ух ты! Посмотрите! Да, мы хорошо постарались. О, что это за комната? Похоже, тут хранятся разные коробки с ленточками. Это разные наклейки. Ух ты! Эй, смотрите, кто здесь! Привет! Кто вы такие? Привет, я Тилли, я Молли. О, приятно познакомиться. А что вы делаете? Мы упаковываем шоколад. Ого, можно посмотреть? Конечно! Видите, как они укладывают конфеты на подложки, а потом накрывают их крышкой. Посмотрите! Видите, что они делают теперь? Да, когда коробочки упакованы, они берут ленточку и завязывают ее, чтобы выглядело красиво. Они такие молодцы! Так красиво упаковали эти конфеты! Вам нравится? Да, выглядит вкусно! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. Б-Л-И П-П-И Блиппи! Молодцы! Ладно, а теперь пора съесть немного шоколада. Привет! Это я, Блиппи! Сегодня мы будем знакомиться с удивительными морскими жителями. Это будет очень интересно! Вперед! Хочу я много знать и все вам рассказать. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я! Да, я на пристани! Да, пристань – это похоже на парковку, только для лодок. Ха-ха-ха, так круто! Эй, смотрите-ка! Ух ты! Сегодня мы в центре подводной жизни в Беллингхэме, штат Вашингтон. И мы с вами узнаем много интересного о морских обитателях и рыбах. Да, я люблю рыб! Ву! Вперед! Ого! О, привет, а ты кто? Привет, я Кейси. А о, ты кто? Рад знакомству, Кейси. Я Блиппи. Что ты делаешь? Прямо сейчас я рисую своих подводных друзей прямо на потолке. Ух ты! Это что, акулы? Да, акулы из рода катранов. О-о-о! Это круто! Красивый рисунок. Эй, а ты не против, если я осмотрюсь у вас тут? Конечно, нет! Ух ты! Только посмотрите!
О, хочется поскорее узнать что-нибудь о подводных жителях. Да, идем! О, смотрите! Вы видите его? Это называется скат. Да, его сложно увидеть, потому что он сливается с камушками вокруг него. Да, так же, как я немного сливаюсь с этим существом, потому что мы оба оранжевого цвета, скат сливается с камнями. И это называется камуфляж. У-ху-ху-ху! Да, он помогает скату избегать хищников. О-о-о! О, посмотрите сюда! Ха-ха, похоже, здесь обитают милые рыбешки. Привет-привет! Эй! О-о-о! Они просто плавают туда-сюда, и, похоже, им очень весело. О, а это что такое? Ух, похоже на водоросли. И еще камни. Да, Кейси сказала, что здесь живет мурена. О-о-о! И скоро она придет кормить ее, да! Эй, Блиппи, ты уже нашел мурену? Она прячется в своем логове. Иногда... Когда она голодна, она выходит в свет поздороваться. Она выглядит угрюмой, но на самом деле мы друзья. Она любит, когда ей чешут животик и дают лакомство. Например, креветки. Давай покормим ее. Ух ты! Здесь так много классных животных, и они все мне нравятся! У-ху-ху! Посмотрите! Ух ты! В этом контейнере живет настоящий краб! О, вы видите? Посмотрите поближе. Сейчас я уберу эту водоросль. О, вот он! О, самое интересное в этом крабе, да, это его камуфляж. Да, он маскируется по то, что он ест. Если он ест что-то светло-коричневого цвета, то он и сам становится светло-коричневым. А если он ест что-то темно-коричневое, как эта водоросль, то сам станет темно-коричневым, как водоросль. О, это так круто! О, смотрите, креветка! Привет, креветка! Ты такая милашка! Хочешь, я тебя поглажу? Да? Вот так? Угу. Хорошо, она такая милая. Да, кстати, о креветках. Посмотрите. Ух ты, похоже на креветку, да? Да, выглядит как панцирь креветки. Ого! Да, крабы и креветки, они, представьте себе, линяют. Ага, да, это когда их внешняя часть, их панцирь, да, слезает с них. И это, ой, ха-ха, это не сама креветка, а панцирь, который она сбросила. О, посмотрите на этих существ. Ух ты! Это крабы-отшельники. О! Да, это крабы, которые живут в раковинах. О-о-о! Смотрите, что будет, когда я возьму его. Он тут же спрячется в свою раковину. Ладно. О! Вы видели? О-о-о! Да, он был снаружи раковины. Но сейчас он внутри, чтобы защитить себя. Ладно, осторожно положу его обратно. Ого! Вот это аквариум! Похоже, здесь живет несколько крабов и рыбок. Здесь есть на что посмотреть. Много водорослей. О, вы видите всех этих рыбок? Привет, рыбки! Эй, вы голодные? Хи-хи-хи. Да, посмотрите-ка. У меня здесь есть немного вкусной еды для рыб. Да, это на самом деле очень питательный корм для рыб. Он такой же питательный, как овощи, которые я так люблю. Очень полезно. Ладно, поешьте, рыбки. Вот так. Готово? Посмотрите на эти ракушки! Они такие красивые, а эта такая большая, смотрите! О-хо-хо-хо! Она размером с мою руку! Ух ты! Ладно! О, а эта такая блестящая! О-хо-хо! О, а эта очень забавная! Ха-ха-ха! Ух ты! О, здесь еще интересные! У этой маленькие колючки! Ого, они такие красивые! О, эй, а ты что тут забыл?
Смотрите, это мягкая игрушка. Это игрушечный шипохвост и скат. Уи-уи! Эй, у меня идея. Может быть, походим здесь и поищем других игрушечных животных? О, посмотрите, гигантская морская черепаха! Ух ты! Морские черепахи такие крутые! Они так грациозно плавают в воде! Буль, буль, буль! Ха-ха-ха! Такие милые! Ладно, идем дальше! О, посмотрите! Здесь у нас две семги! Оу, похоже, одна из них нерестится, а другая нет! У-ху-ху, смотрите, как они плавают! О, семга – удивительная рыба! Она вырастает очень большой! Да, намного больше, чем эти игрушки! Ладно, я положу их сюда, чтобы они не упали! О, это гигантский морской лев! О, но этот еще просто маленький! Но морские львы вырастают очень большими. А еще они делают так. Да, это смешно. О, он такой милый. Ладно, давай верну тебя на место. О, вы нашли еще кого-то. Ух ты, это гигантская устрица. Смотрите, у нее крепкий панцирь. Да. О, смотрите, она открылась. Видите, что у нее внутри? Да, мы нашли жемчужину! Ху-ху-ху! Она такая красивая! О, так блестит! Ха-ха. Я слышал, что жемчужина образуется в результате раздражения. Думаю, это правда. О, посмотрите вниз! Ух ты! Еще одна ракушка! Да, это у нас рак-отшельник! Да, смотрите, вот краб... А вот так он забирается в раковину, чтобы защитить себя, видите? Да, вот так он лежит сначала, потом он открывается, уп, гуляет туда-сюда. И снова прячется. Ладно, оставим тебя здесь. Вот так. Ух ты, что тут у нас? Да, это рыба. Посмотрите, какая она плоская. Да. Она лежит вот так, и оба ее глаза смотрят прямо вверх. Да, и она плавает возле самого морского дна, и называется она палтус. Палтусы могут вырасти до огромных размеров, да, но этот довольно маленький. Хо-хо-хо, какой он миленький, правда? Вы знаете, что это за животное? Это была подсказка. Да, это морской конек. Он чем-то похож на лошадь. Ха! У него маленький закрученный хвостик. И посмотрите, что у него тут. Маленькие морские лошадки. Это его маленькие детеныши. Эй, ух ты, ты такой разноцветный. Ладно, так посмотрим. О, еще кто-то. Да, посмотрите. Это кит-убийца! Да, касатка! Ух ты, они такие милые! Ого! А это осьминог! Осьминоги очень умные! Да, и у них есть 8 длинных щупалец! У-у-у! Эти присоски помогают ему держаться за что-то! Ладно, кладем его на место! Ого! Похоже, здесь у нас киты! О, киты могут быть... очень большими. Они просто огромные. И они дышат воздухом. Они делают... Потом набирают воздух и ныряют под воду. И могут плавать там очень долго. О, эй, посмотрите. Это же белуха. Ух ты, она такая светлая и белая. Ха-ха, да, она похожа на снег. Да. На самом деле, белухи очень любят находиться в очень холодной, прям-таки ледяной воде. Ух ты! Посмотрите! Эй, а что это? Это одна из наших ловушек для крабов. Посмотри, как много крабов здесь сегодня. Да,
И правда, очень много крабов. А что это за крабы? Их называют изящными или стройными крабами. Еще они похожи на донжинесского краба. Ты видел его? Да, кажется, он примерно такой. Да, верно. Эти крабы уже взрослые. А мы можем достать одного и рассмотреть поближе? Да, мы даже можем достать двух и узнать, кто из них девочка, а кто мальчик. Хорошо, звучит здорово. Оу, смотрите! Мы тут достали двух крабов. Так, отлично. А как ты узнаешь, мальчик это или девочка? О, это хороший вопрос. Сейчас разберемся. Так, начнем с краба девочки. Вот она. Надо посмотреть на ее животик. Перевернем ее аккуратно. Она довольно-таки спокойна, и мы ищем большой треугольник у нее на животе. В отличие от мальчика, потому что она будет вынашивать яйца в своем животе, и ей нужно дополнительное место для этого. А мальчикам не нужно. Ясно. Значит, вот это девочка, а это мальчик. Правильно, Блиппи. О, посмотрите. О, это очень круто! И я люблю изображать краба! Вам понравилось изучать вместе со мной подводный мир? Да, это круто! Видеть этих милых рыбок и других созданий! Удивительно, что они живут под водой, а мы с вами живем на земле! Да! И очень важно, чтобы мы с вами следили за чистотой их места обитания. Да! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. Блиппи. Блиппи! Молодцы! Ну ладно, что ж, скоро увидимся! Ха-ха! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! А это что? Это аквариум. И сегодня мы наполним его водой, пойдем в парк и найдем там предметы, которые утонут или всплывут. Но сначала нам нужна вода. Я захватил бутылки. Наполняем. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. У нас теперь достаточно воды. Теперь пойдем в парк и найдем предметы, которые, как мы скоро узнаем, или утонут, или всплывут. Идем! Итак, давайте поищем предметы на игровой площадке, а потом посмотрим, утонут они или всплывут. За мной! Ух ты! Смотрите! То, что нужно! Это контейнер! Ого! Будем складывать сюда предметы. Идем! Ух ты! Стена для скалолазания! По ней карабкаются! Ой-ой! О! Смотрите, что я нашел! О! Смотрите! Это игрушки! Голубая и оранжевая! Хорошо, смотрите, как я взберусь наверх! Привет! Ну все, я пошел. Ух ты! Смотрите! Большая красная горка! Ой! А что там внизу?
О, вот, посмотрите! Да! Смотрите, что мы нашли! Еще два предмета! Это апельсины! Ням! Я люблю апельсины! И они оранжевые! Ну все, идем! За мной! Ой, я нашел еще один предмет! Вы его видите? Да, вот он! Внизу! Это гантель! О! Ей накачивают мышцы! Да! О! Да! Да! Отлично! Интересно, она утонет или всплывет? Она тяжелая. В контейнер идите за мной! Ого! Еще горка? Да. Она такого же цвета, как и первая. Большая и красная. Ой, смотрите! Ух ты! Ням, это чипсы! Интересно, они утонут или всплывут? Бросим в контейнер и скоро узнаем. Ух ты! Как тут интересно! Надо же! Здорово! Привет! О, еще предмет! Ого! Это косточка! И как она тут оказалась? Она зеленого цвета. Любопытно, она утонет или всплывет? Положу сюда, и скоро мы узнаем. Ого! Ух ты! Этот цвет зеленый, а еще синий. У, ой, тут лестница. Хо-хо-хо, привет! Я так высоко, ой, о, посмотрите сюда, большая красная горка. Ну все, я поехал. Эй, встречайте меня! Вау! Было здорово! Ой, смотрите, что мы нашли! 4 йо-йо! Первая игрушка зеленая, вторая игрушка оранжевая, третья игрушка голубая и четвертая игрушка красная. Посмотрим, что еще мы найдем. Идите за мной! О! Уу! А это что? Похоже на рулевое колесо. У меня голова закружилась. Хорошо. Посмотрим, что еще мы найдем. Уу! Смотрите. Похоже на лестницу. Привет! Ух ты! Еще одна горка! Да, и она тоже красная! Ну все, я поехал! У-ху-ху! Вы тоже это видите? Да! Еще один предмет! Это цветные карандаши! О! Здесь так много цветов! Ух ты! Положим в контейнер и узнаем, утонут они или всплывут. Идем! Еще парочка предметов, и контейнер заполнится. За мной! Вы видите то же, что вижу я? Смотрите! Внизу, тут увеличительное стекло. Смотрите! Вау! Уху! Алло! Ого! Вау! С помощью него можно рассмотреть предметы. Ого! Это муравей? О-хо-хо-хо! Крошечная блоха! Насекомые такие классные!
Положим наше увеличительное стекло в контейнер и узнаем, всплывет оно или утонет. У! А там что такое? Ой! Ой! Это мост! О, будьте осторожнее! Идем! Осторожнее! Ха-ха! У! Посмотрите! О! Какие милые игрушки! Эй! Привет! Один, два, три! Ура! Столько классных вещей! А тут еще! У! Ярко-желтые мячи для гольфа! Один, два, три! Да! Три мяча для гольфа! Хорошо, я поехал! Еще одна горка! У-ху-ху! О! Ух ты, тут спрятался еще один предмет! О! Светящиеся палочки! А-а-а! Не терпится узнать, утонут они или всплывут. Но все, кажется, мы наполнили наш контейнер до краев. Пора узнать, утонут все эти вещи или всплывут. У-у-у! Круто! Итак, мы собрали много предметов. Давайте опустим их в аквариум и узнаем, утонут они или всплывут. Что ж, посмотрим, что у нас есть. О, увеличительное стекло. Ладно, интересно, утонет оно или всплывет? Я знаю. Готовы? Да! Оно упало на дно, а значит, утонуло. Так, что у нас тут еще есть? О, это оранжевое и голубое йо-йо. Итак, бросаем в воду. Да, они всплыли. Хорошо. Ух ты, увеличительное стекло очень тяжелое, и оно утонуло. А легкие предметы, полные воздуха, как йо-йо, всплыли. Посмотрим. О, ярко-желтые мячи для гольфа. Хм. Давайте узнаем, эти мячи для гольфа утонут или всплывут. Смотрите, йо-йо опустилось на дно. Так что теперь йо-йо утонуло. Ладно, бросаем мячи. Готовы? О, да. Мячи для гольфа утонули. Итак, посмотрим. О, чипсы! Кукурузные. Давайте узнаем, пакет утонет или всплывет. Готовы? Да, он всплыл. Но погодите-ка. А давайте возьмем пакет, откроем его и посмотрим, палочки внутри утонут или всплывут. Ого! Ха-ха-ха! Они всплыли, как и пакет. И его тоже в воду. Ха-ха. Так, продолжим. О! Косточка зеленого цвета. Думаете, она утонет или всплывет? Она очень твердая и плотная. Готовы? Ого! Она быстро опустилась на дно. Она утонула. Хорошо. О, еще два йо-йо. Ха-ха, мы уже с вами знаем, что они всплывают, а потом тонут. Ого! Спорю, вы знаете, утонет она или всплывет. Да, это гантель. Внутри нее металл. Такая тяжесть! Готовы? Ха-ха-ха! Да. Эта сиреневая гантель утонула. У, посмотрите на воду. Она становится мутной. Потому что кукурузные палочки размокают и растворяются в воде. Надо спешить, пока еще нам видно, наши предметы утонули или всплыли. Продолжим. Это резиновые игрушки. Они пустые. Готовы? Да, видите? Они на поверхности. Игрушки всплыли. Отлично. Еще парочка. Я возьму оранжевый. О,
Это приятный мягкий пластилин. Ха. Он утонул. Ха. Хорошо. Следующий. О, да, он опустился на дно. Он утонул. Хорошо, а это цветные карандаши. Ого, цветные карандаши всплыли. Они сделаны из дерева, а дерево обычно тонет. Ой, то есть плавает. Да, карандаши на поверхности. Итак, последнее в контейнере – неоновые светящиеся палочки. Ух ты! Ого! Смотрите, какие они яркие! Воу! Посмотрим, утонут они или всплывут. Да, они утонули. Что ж, вот и все. Итак, ой, я же приготовил сюрприз. Волшебный сосуд. В этот раз, уу, в нем голубой порошок. Видите? Уу! Итак, добавим его в аквариум. Уу! Уу! А теперь перемешаем. Ух ты! Вода стала голубой! Ха-ха! Так интересно наблюдать, что утонуло, а что плавает. О! Ха-ха! Эта вода такого же цвета, как море на Багамах или в Таиланде. Ха-ха! Воу! Отлично! Что ж, нам пора прощаться. Во время нашего научного эксперимента мы увидели, что тонет, а что всплывает. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Готовы? BLEPPI. Блиппи! Мы справились! До встречи! Пока! Блиппи, посмотрите, что это за мной! Ух ты! Это желто-голубой самолет! Е-хей! Видите, как я изображаю самолет? У-ху-ху! Я очень люблю самолеты! И знаете что? Сегодня я в музее авиации в Сиэтле, Вашингтон! И сегодня мы с вами узнаем о самолетах! Хи-хи! Идем! Привет! Ха-ха. Добро пожаловать в Blippi Airlines. Куда вы летите сегодня? Ух ты! Да, это отличное направление. Вы по работе или отдыхать? Ха-ха. Хорошо. Ладно. Так, вы зарегистрированы. У вас есть сумка? Ха-ха. Так, хорошо. О, спасибо. Ха-ха-ха. Давайте положим рюкзак на весы. Хорошо, похоже, по габаритам проходит. Так что я положу его на ленту. Вот так. Ха-ха. Что ж, желаю хорошего полета. Подождите минутку, это, наверное, здорово. Можно я пойду с вами? Ха-ха. Отлично, ладно. Ха-ха. Готово. Теперь и у меня есть билет. Сейчас подойду. Так здорово, что мы летим вместе. Ха-ха. Эй, нужно пройти досмотр, так ведь? Ха-ха. Ой, вы это слышите? Это значит, что на мне есть что-то, чего не должно быть. О, я знаю, что это. Это мой мобильный телефон. Ха-ха. Так, положу его сюда. Ха-ха. Идем. Ага. Готово. Ха-ха. Отлично. Идем. Ух ты. Посмотрите на самолет. О, вот его корпус. Вот салон. Смотрите, а вон там хвост. Ух ты. Это будет очень классный полет. Ладно, я положу ваш рюкзак вот сюда. Полежи здесь. О, посмотрите. Да, это топливозаправщик. О, вы видите? Топливо. Ладно, давайте возьмем шланг и убедимся, что у нашего самолета достаточно топлива. Вот так, соединили. О, отлично, полный бак. Вот так. Хорошо. Так, теперь у нашего самолета точно много топлива. И мы можем пристегнуть ремни. Так,
Сначала пристегнем ремни. Вот так, да. А теперь мы послушаем инструкцию перед вылетом. Спасибо, что выбрали Blippi Airlines. Пожалуйста, убедитесь, что вы видите ближайший аварийный выход. Мы просим вас пристегнуть ремни безопасности. Кислородная маска выбрасывается сверху автоматически. Ну ладно, теперь мы получили инструкцию по безопасности, и пассажиры уже сидят. А значит, я могу вести самолет! Ого! Посмотрите! Ух ты, сколько крутых датчиков и переключателей! Ого! Ладно, полетели! О-хо-хо! Да! Ого! Смотрите! Видите этот самолет? Он такой большой! Да! Я намного меньше, чем этот самолет. А вы видите, что это? Да! Это называется крылья! У большинства самолетов два крыла по бокам, но не у всех. У некоторых больше двух. О, посмотрите на это! Вы видите этот основной корпус самолета? Он называется фюзеляж. Ух ты! Этот самолет предназначен для того, чтобы взять на борт людей и перенести их с одного места на другое место. Прям как, скажем, машина или лодка или велосипед, но намного быстрее. И помните, я сказал, что этот самолет такой большой. Так вот, идите за мной, и я покажу вам другой самолет. И он не такой уж большой. Помните, я сказал вам, что этот самолет очень большой? А посмотрите на этот. Да, этот самолет маленький. Но он меньше по сравнению с этим самолетом. Но я уверен, что есть самолеты и поменьше этого. Эй, а какие цвета вы на нем видите? Да, красный, белый и синий. Да, уху! А какая это форма? О, да, это похоже на звезду. О, похоже, что этот самолет летает так быстро. У-ху-ху! Ух ты, смотрите, этот двигатель предназначен для самолетов. Да, и у него нет никакой обшивки. О, он такой большой. Посмотрите, насколько он больше меня. Вы видите, что у него внутри? Там так много шлангов и труб. О, значит, воздух попадает сюда, сжимается, загорается и бум! Ух ты! Эти колеса такие большие! И вообще-то здесь целых два колеса. Да, мы в передней части самолета. Давайте подойдем к его задней части и посмотрим, сколько колес там. Ого! Вы видите? Ух ты! Здесь у него намного больше колес. Да, этот самолет, наверное, очень тяжелый. И поэтому у него так много колес. О! А посмотрите, какое огромное это крыло! Если бы пошел дождь, я бы точно не промок. Ух ты! Посмотрите на этот самолет. Похоже, что он летает очень быстро. Эй, а какого цвета этот самолет? Да, вы правы. Голубой и еще немножечко желтый. Ха-ха, молодцы! Ого, смотрите, какой огромный этот самолет! О, вы видите, какие у него цвета? Да, это белый, красный и серый. Давайте найдем другие цвета. Оу, а посмотрите на этот самолет. Видите, он чем-то отличается? Да, у него два крыла здесь и два крыла с другой стороны, да. То есть у него два набора крыльев. Это очень круто. Но слушайте, мы здесь из-за цвета. Какого цвета этот самолет? Да, правильно! Вы сказали зеленый. Молодцы! Полетели,
Увидим мир мы сейчас в облаках. Сверху город нам кажется меньше, парим в небесах. Вновь рев мотора слышишь ты, сбудутся мечты. Летим мы выше всех, и больше нет помех. Коснемся неба мы с тобой. Как птица самолет, несется он вперед, очень быстро над землей. Теперь ты герой. С тобой. Нужен паспорт, захвати багаж, нас много ждет приключений. Пристегнемся, пусть счастливым и легким будет путь наш. Вновь рев мотора слышишь ты, сбудутся мечты. Летим мы выше всех, и больше нет помех. Коснемся неба мы с тобой. Как птица самолет, несется он вперед, очень быстро над землей. Теперь ты герой. Летим мы с тобой. Летим мы с тобой. У-ху-ху-ху! Это было так здорово изучать самолеты вместе с вами! Сегодня в музее авиации в Сиэтле, Вашингтон! Ха-ха-ха! Вам нравятся самолеты? Да! И мне тоже! Это так круто! Они летают высоко в небе! Уи-у-у-у! И есть маленькие самолеты, а есть и большие! Ха-ха-ха! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поисковике. Ха-ха-ха! Вы произнесете его со мной? B-L-E-P-P-E! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, до новых встреч! Пока!